Пять лет назад, в этот день, в 2019 году, в Приангарье прибыла спецкор Первого канала Алиса Паршакова. За два дня, 11 и 12 ноября, ее фото со страницы ВК скрытой сейчас от пользователей, она 7 репортажей сделала с говорящими названиями. Мол, власти в Тулуне, где разрушительное наводнение произошло еще летом, помогать не торопятся. Жители рискуют остаться зимой без жилья. Поручения президента не выполнили. Про премии, которые чиновники выписали, и про повышение окладов. Левченко виноват во всем. Телеканал не интересовало, что Путин главным по ликвидации последствий наводнения федерального вице-премьера Мутко назначил, а не Левченко, что правительство Левченко 6738 сертификатов на жилье пострадавшим выдало на тот момент, чуть более 100 оставалось. Премии были не премиями, а компенсациями чиновникам за сверхурочную работу. Полиция, прокуратура, суды также доплаты получили, а оклады чиновникам повысили благодаря росту доходов бюджета при Левченко. 7 лет до этого не повышали, но элита, затем обычные граждане заговорили об отставке губернатора Левченко. Серышева, тогда помощника Путина, выходца из Приангарья, в регион сватали. Кобзев на связи еще не ожидался. Подписывайтесь, вспомним вместе, что дальше было.